Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою. Многих людей и города посетил, и обычаи видел, много духом страдал на морях, о спасении заботясь, жизни своей и возврате в отчизну товарищей верных. Все же при этом не спас он товарищей, как ни старался, собственным сами себя святотатством они погубили. Съели безумцы коров Гелиоса Гипериенида, дня возвращения домой навсегда их за это лишил он. Муза, об этом и нам расскажи, начав с чего хочешь. Все остальные в то время, избегнув погибели близкой, были уж дома, равно и войны избежавши, и моря. Только его по жене и отчизне болевшего сердца нимфа царица Калипсо богиня в богинях держала, в гроте глубоком желая, чтоб сделался ей он супругом. Но протекали года, и уж год наступил, как было. Сыну Луэрта богами назначено в дом свой вернуться. Так же, однако, и там, на Итаке, не мог избежать он многих трудов, хоть и был меж друзей сострадания полным. Все боги к нему, лишь один Посейдон непрерывно гнал Одиссея, пока мест своей он земли не достигнул. Был Посейдон в то время в далекой стране Эфиопов, крайние части земли на обоих концах населявших, где Гиперион заходит и где он поутру восходит. Там принимал он от них гекатомбы быков и баранов, там наслаждался он, сидя на пиршестве. Все же остальные боги в чертогах Кранида отца находились в сборе. Встречу ко всем им родитель мужей богов обратился. На сердце в памяти был владыки Агист безукорный, жизни Агамемнонидом лишенный, преславным Орестом. Помня о нем, обратился к бессмертным Кранид со словами: «Странно, как люди охотно во всем обвиняют бессмертных. Зло происходит от нас, утверждают они. Но не сами ли гибель судьбе вопреки на себя навлекают безумством? Так и Гист, не судьбе ль вопреки, он супругу Атрида взял себе в жены, его умертвив при возврате в отчизну. Гибель грозящую знал он, ему наказали мы строго, зоркого арго-убийцу Гермеса послав, чтоб не смел он ни самого убивать, ни жену его брать себе в жены. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.